Здравствуйте. По тротуару двигайтесь. Здравствуйте. Не смущает, что на тротуаре припарковались? Ребята, ну если хотите, я уберу сейчас. Да, будьте добры. Здравствуйте. По тротуару двигайтесь. Что? По тротуару двигайтесь, да. Налетело. И что, дай проехать, ребят? Нет, вы не проедете. А? Не проедете вперед. Будьте добры, назад. Вот, смотрите, ребенок идет. Я по тротуару двигаюсь, почему я не могу здесь идти? Че ты идешь? А что мне делать? Поедь? Почему вы едете здесь? Да слышишь, ты успокойся. Я спокойно, а вы нет. Куда едем-то? Куда едем-то? Тротуар здесь, назад! Здесь каждый второй опаздывает. Назад, езжать нечего, по газонам ездить. Пропустите меня, пожалуйста. Никто вас не пропустит. Пропустите меня, пожалуйста. Ребята, я детский доктор, опаздываю. Мы это слышим через одного. Что, вообще умам надряхнуться. Назад, назад, мужчина. Вот ты такой добрый, да? Вот для чего ты добрый такой? Скажи. Вы сейчас дольше задерживаете себя. Здесь пробки стоят, вот две минуты. Зачем тебе это надо, вот это вот? Чтобы вы не ездили по тротуару. Добро, ты понимаешь? Чтобы вы не ездили по тротуару. Я стараюсь, а ты для кого? Для других стараетесь? Да. Вы сейчас чуть не сбили маму с ребенком. Неслись по не то что по тротуару, вы неслись по газону, где мама с ребенком шла. Что-то я не понял его маневров. Вы что, людей-то давите, мужчина? А он детский доктор, если что, вылезет. А здесь машину оставлять не надо. Так, что за организация? Общественная? Пешеходы. Пешеходы? Да. Сейчас наклейку вам наклеим. Клейте. Вы здесь оставите машину. Отклейте. Это не ваше дело. Хорошо. Я родителям покажу. Девушке тоже покажу. Мы покажем, как вы ездите по тротуарам. Показывайте, покажите. Покажем. Куда едем-то? Доброе утро. По тротуару двигайтесь. Зачем тогда едете, раз знаете? Больница там. Это тротуар. Как весело. Пацаны, здесь не ездит никто по тротуарам. Здесь никто по тротуарам не ездит. Все сказал. Пионер, блядь. Все сказал. Это я. До свидания. Я просто не понимаю, зачем вот эти 100 метров проехать. Ну сколько здесь? 7 автомобилей, да? Ну, 7 на 3, да? 23, блядь. Было 21. Ребята, молодцы. Спасибо. Спасибо. Что? Куда едете-то? Это тротуар, если что. Выезжаю из двора. Куда вы едете? Я выезжаю из двора. С какого двора вы заехали там, проехали вот весь тротуар? Живу. Вон за тем дом. Женщина, вы с проезжей части заехали на тротуар. Езжайте, как все. Добрый вечер. Здравствуйте. По тротуару двигайтесь. Там знака нет, что это тротуар. А вообще знака нет, тротуар. Правильно. Правильно. Там есть дорога, есть подъезд. Вот проезжая часть, вот тротуар. Поэтому вернитесь, пожалуйста, на проезжую часть и двигайтесь по ней. Нет, вы здесь вперед вообще никак не проедете. Добрый вечер. По тротуару двигайтесь. А? По тротуару двигайтесь. Че? По тротуару нельзя ездить. А вы что, какое движение, что нужно? Пешеходы. Ага. Пешеходы. Ага. И что? Будьте добры, вернитесь на проезжую часть. Прикалываетесь? На проезжую часть верните, пожалуйста. Дайте. Не давите людей. Да, хоть здесь-то вы. Вы не выйдете здесь. Вернитесь, пожалуйста, на проезжую часть. Вперед вы никак не проедете. А что такое? Какой детский, что ли?
назад, обратно в пробку, не будьте самым умным. Что таскаешься вот на ушки? А что вы ездите по тротуару? Хочу, езжу, в тебя есть. Хочу и таскаю. Вы не будете убирать машину? Нет, пока. Тогда мы будем вынуждены наклеить вам наклейку на лобовое стекло. А, соответственно, наклейку хочешь, что ли? Уберите, пожалуйста, ваш автомобиль с тротуара. А это наклейка, я думаю, что он стоит. Фига вот сколько здесь. А, так вон баба снимает, ёбки у меня. Это что снимает, тварь? Нам бы сказали, что опять вашу что наклейку на жопу себе приклеить. Нет. Потому что это тротуар. Что? Специально приехали сюда? В смысле специально приехал? Я вот хожу по тротуару. Нет, у вас же много. Вот я с друзьями хожу по тротуару. А вы специально пробку объезжаете? Да. А зачем? Чтобы не стоять в ней. Видите, все стоят. И вы так же, как все. Вы же ничем не отличаетесь от других. Мы не должны как все ходить, в одинаковых одеждах. Почему? Одинаковых машинах. Каждый выбирает сам свой путь, сам свою дорогу. Согласен, но это не должно ущемлять права других. Так вы, пожалуйста, хоть ездите где хотите, летайте на самолетах, летайте. Согласен. На самолетах. Так, но мы едем там, где мы можем ехать, там, нет, где мы хотим ехать. Не там, где вы хотите, вы ошибаетесь. Вы должны ехать там, где положено. Я никому ничего не должна, я все. Почему? Вы права покупали или сдавали? Разница. Понятно. Тогда понятно. Будьте добры, верните автомобиль на проезжую часть. К сожалению, стоите вторым рядом, мешаете проезду. Ну и пешеходам неудобно проходить, водителям. Не могли бы перепарковаться, пожалуйста? Да, сейчас через 5 минут я уеду. Ну, давайте просто как бы через 5 минут сейчас вы можете кружочек сделать и потом сюда обратно приехать. Как раз 5 минут подождут. Ну, как минимум, вы нарушаете правила дорожного движения. Что еще раз? Нет, смотрите, вторым рядом нельзя стоять никому. Такси, как угодно. Если у вас нет проблесового маячка, то перепаркуйтесь, пожалуйста. Доброта и порядок. Добрый вечер. А не могли бы, пожалуйста, припарковать свой авто? Ну, как-то третьим рядом. Здесь автобусы прям очень с трудом заезжают даже сюда. Добрый вечер. А вы, к сожалению, стоите вторым рядом. Вот автобусы вас объезжают. Да, я понимаю. Если можно, отъехать. Да, конечно. Кружочек сделайте, подъедете. Ладно, спасибо большое. Желтому. Да. Добрый вечер. А вы как-то уже совсем стоите на втором ряде. Вас очень трудом объезжают автобусы. Если можно. Я просто... смотреть. Ну, лучше в другом месте смотреть, если можно. Спасибо большое. Вы отъезжаете? Нет? Вы отъезжаете? Добрый вечер. А если можно, куда-нибудь перепарковаться, где разрешено? Здесь мешаете, к сожалению, проезду. Ну, если можно, прямо сейчас. Добрый вечер. А вы, к сожалению, стоите вторым рядом и мешаете проезду. Если можно, пожалуйста, перепаркуйтесь. Что еще раз? А, вы мешаете проезду? Смотрите, как минимум здесь вот две полосы направо, которые должны вставать. Ну и здесь автобусная остановка начинается через 10 метров, и автобусом вы мешаете. То есть они аккуратно. Стоянка такси. Стоянка такси у нас организована с краю проезжей части. Как видно, вы стоите в метрах 4 от края. Ну, гаишники, да, выпишут вам штраф, и, собственно, все. На этом закончится. Они скажут, что здесь стоять нельзя. Ну, тогда у нас есть специально для вас подарок в виде наклеечки, если вы хотите. Тогда вы, да, будете стоять отдирать дольше. То есть, как бы не уважаете других участников дорожного движения, просто вы действительно вот первый, кто за минут 20 не хочет уезжать. Еще раз добрый вечер. К сожалению, количество рядов не уменьшилось, вы по-прежнему стоите вторым рядом. Я стою в одной полосе.
Вы можете открыть пункт. Вы можете открыть пункт правил дорожного движения. Там будет написано параллельно у края проезжей части. Дорожных движений. Разметка одна полоса. Я стою на этой полосе. Вы стоите вторым рядом. В одной полосе может быть два ряда. Ну это так, если углубляться в тонкости. То есть плевать на всех, ничего не хотите, да? Просто вот вы действительно первый, кто вот за минут 20 так хамски себя ведет. А вы сейчас будете уезжать или вы так же стоять? Иди скажи тому, кто остановился на автобусной остановке. Мы всем говорим, ходим туда-сюда. Иди скажи. Нет, я сейчас говорю именно вам. Я стою в первой полосе, где для такси остановка. Понятно? Остановка разрешается в один ряд. Вы стоите вторым рядом. Можно посчитать до двух. То есть вот это один, вот это два. Пытаться раскачивать. Зачем? Либо можешь пригласить сейчас сотрудника, вон они стоят, и он тебе скажет, что я здесь могу стоять в этой полосе в крайней правой. Не можете. Понятно? Будете перепарковываться? Нет? Да, чтобы другие участники видели первый рейд, все равно первый за 20 минут. Мужчина, вы нарушаете и мешаете автобусу проехать. Мужчина. Ну вы мешаете, нарушаете. Так нельзя делать. Да, с третьего раза, спасибо. Можем дальше. Добрый вечер. Вы, к сожалению, нарушаете и мешаете проезду. То есть вот сзади автобус, что перед вами очень трудно выезжал. Не могли бы припарковаться, пожалуйста? Чтобы перепарковаться, надо включить первую передачу и проехать вперед. Угу. Спасибо. Ну что, зеленый зажжется? Ой, сотрудники полиции. Вы разбили кого-то? Нет, не сбили, но с учетом, что здесь паркуют четвертым рядом, я, наверное, думаю, скоро кого-то собьют. Здравствуйте, пожалуйста. А вы полузаявки? Да, мне не по заявке приехали, а передали о том, что как бы это самое. Вы с дома опаздываете. Сможете ли вы подъехать, превентивные меры принять? Предмет того, чтобы, да. Объясню вам почему. Сюда я пришел, потому что поступило заявление от граждан о том, что случилось дорожно-транспортное происшествие с человеком. Хорошо. Пост находится там, я передам сейчас заявку о том, что здесь происходит массовое нарушение, да. Добрый вечер. Вы, к сожалению, стоите вторым рядом, мешаете проезду. Не могли бы перепарковать, пожалуйста? Ну, это перцовый баллон, да, это очень интересно. У меня такой же. То есть вы не будете уезжать, да, я так понимаю? Я понял, что они где-то здесь. Ну и вы где-то здесь стоите, нарушаете. Вас не зацепили? Ребят, я извиняюсь, а почему вы нарушаете правила дорожного движения? Мы нарушаем правила дорожного движения. Вы находитесь на проезжей части. Хорошо. В то время, как здесь нельзя находиться. Почему? Вот почему нельзя находиться? Вот есть тротуар. Почему нельзя находиться? Но вы пешеход. Что мы нарушаем? Вы нарушаете правила дорожного движения. Какой конкретно пункт? 5.4.3. Пункт 5.4.3 правила дорожного движения. Что в нем сказано? 5.4.3. Пешеход должен ходить по тротуару. Нету такого пункта. До свидания. Мешаете машинам ездить, друзья мои. Вот стоит, мешает машине ездить. Почему к нему не подходит, не говорит? Мешает. В смысле не мешает? Он не мешает. За ним стоит еще. Вы правила дорожного движения знаете, мужчина? Встаньте, пожалуйста, на тротуар. Мужчина, я, конечно, встану на тротуар. У меня по тачке правила стоят. Откройте. Давайте мы с вами их прочитаем, что там написано, что... Нет, зачем? Вы сюда вынести? Переход проезжей части. Вместе почитаем правила. Кто из вас присядет, вместе почитать. А вы сейчас зовете мужчину присесть в машину? Поедем, присаживайтесь. Так, ну что там? Там красный. Ребят, правила читайте. Да мы их лучше. Да мы знаем, вы же не можете сказать, какой пункт мы нарушаем, что мы нарушаем. Вы какую-то чепуху носите и все. Не уезжай, стой тут. Стойте так. Стойте, да, мы разрешаем теперь. Нет, не уезжайте, нет, стойте там. Он же не мешает, мужчина. Не мешает. Мужчина, стойте вы вместе туда. Один раз и стойте. Смотрите, вам человек не мешает. Итак, у нас в гостях на нашем рейде был Евгений, больше известный YouTube-сообществу как Санитар Леса. Жень, расскажи, как впечатление от рейда? Ну, впечатление, как ни странно, положительное, по той причине, что, ну, я все-таки, наверное, думал, здесь больше какой-то будет экшен, больше не будет уезжать, а вот что мы подходили к машинам, одна или две, по сути, которые не уезжали, вот мы наклеили сегодня одну наклейку.
Вот. Все остальные уезжают спокойно, хорошо. Человек даже приезжал 3 раза, я помню, он стоял каждый раз. Каждый раз мы его прогоняли, каждый раз он вот, ну, спокойно уезжал, говорит, ну да, как бы автобус остановка для остановки. Я поеду, сделаю там еще кружочек. То есть все спокойно, все замечательно. Научили вы их, да, хорошо. То есть в Москве водители, наверное, особенно на дорогах похуже. Я еще не всех переучил. Спасибо, что пришел, рады были. Спасибо, что пригласили, да.